А как сейчас картинка, тоже размытая? Я вроде с телефона смотрю, мне кажется, что довольно-таки нормальная картинка. Надо будет убрать этот автофокус. Кстати, может быть, остановлю сейчас, попробую. Пока далеко не уехал никуда. Так, нам нужно будет немножко заправиться. Поверните направо. Кто смотрит, можете написать, как картинка? Через 300 метров поверните направо. Размытая. Ну, значит, сейчас остановлюсь и буду разбираться с... Так, с тем, как ее ничего почти не видно. Вот это да. Может, телефон как-то... Так, картинка, я так понимаю, вообще зависла. Давайте попробую тормознуть и по новой включить.
поверните направо. Когда закончится уже такая дорога? Что за маршрут, блин, я выбрал? Но я не выбирал, на самом деле, я просто построил. Навигатор мне как построил, я так и поехал. А, ну, в принципе, уже вижу. Скоро выедем на трассу, и я надеюсь, там и связь получше будет. Так. Я понял, что у нас тут немножко закрывает экран. Собственно, у нас и связь прерывается за качество интернета.
поверните налево. Так, ну все, собственно, вот мы выбрались на трассу. Справа Стелла Тула. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Впереди город. Ограничение 60. Семеновка. Посмотрел запись, ну, то, что с момента старта, очень голоса совсем не слышно, и треск видеорегистратора, или он задевает за стекло объектива, или там какое-то другое, какая-то другая помеха, проверь. Так, надо, наверное, остановиться, как-то фокусировку, автофокусировку выключить на камере. Как ее выключить? Артем, большое спасибо.
впервые на трансляции. Это вторая или третья всего, их не так много было. Пока только тестирую качество связи, качество картинки. Технология, скажем так, не разработана еще, не отработана. Вот как сейчас картинка, подскажите, пожалуйста. Все так же плохо, размыто. Через 600 метров держитесь правее. Камера в спину. Ограничение 90. Впереди город. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60. Да. Нормально. Не звони на тот номер, с него трансляция идет. Ну, потому что ты позвонил, из-за этого прервалось. Но сейчас возобновил. Ты где-то не там смотришь, зайди зайди в YouTube на канал и увидишь там где-то прямая трансляция.
конечно, а куда еще? Я так понимаю, из-за звонка сбилась трансляция. По новой ее начинать. Я вот не знаю, идет сейчас трансляция, нет. Если кто смотрит, подскажите. Потому что у меня картинка зависла. Черный экран. Спасибо. Сейчас, значит, остановлюсь где-нибудь, да буду по новой начинать. Блин, в какой раз уже? Ладно, сейчас вернусь чуть попозже. Я не знаю, как отключить этот телефон, чтобы звонки на него не поступали. Картинки нет из-за того, что позвонил кто-то на телефон. Из-за этого нет картинки.